только приехала. Одна машина приехала. Это торговли еще нет, да? Это нету торговли, это нету массовый лагерей, которые уходят по этому проходу. Даже если людей нету, это невозможно. Заблокируется один проезд, мы все останемся здесь и не сможем отсюда эвакуироваться. Также нужно отметить, что зона ВДЦ Смена находится в зоне подтопляемости. Они в такой близости к воде, сам лагерь, который находится чуть дальше набережной. Строить здесь какие-то ограждения, это не целесообразно, это опасно. В случае шторма это все может быть причиной гибели и повреждения людей. Зачем нам все это нужно? Мы хотим от администрации. Мы приходили с жалобой от общественности. К сожалению, нас приняли достаточно мельком. Не хотели уделить нам должное внимание. Мы хотим попасть к мэру. Нас записывают к заместителям других отделов, к каких-то руководителей непонятных, которые потом нам заявляют, что мы этим не занимаемся. Мы не можем попасть к главе администрации. Мы собираем людей, но люди сами подходят и просят подписаться под нашими жалобами. Собрано около 1000 подписей уже на сегодняшний день, и их будет больше. К нам присоединяется Варваровка, Субсех, Гайкадзор. Они все пользуются.